Черкесске состоялась церемония награждения медалью Ислама Кырымшамхалова за заслуги в развитии национальной культуры. Приурочили мероприятие ко дню рождения великого просветителя. Участвовали выдающиеся представители творческой и научной интеллигенции карачаево-балкарского народа. Альбина Курачинова-Кенжева подробнее. Кырымшамхаловские чтения прошли в Карачаево-Черкесии в день рождения просветителя Ислама Кырымшамхалова. Их учредили 10 лет назад. Ученые говорят, эти чтения – связующее звено между прошлым и будущим. Перед началом мероприятия собравшиеся говорили о жизни и творчестве первого просветителя карачаевского народа, известного общественного деятеля, поэта, художника и философа. Стартовали чтения с награждения лауреатов премии Кырымшамхалова. Медаль Ислама Кырымшамхалова была присуждена в 5 номинациях, среди которых искусство, литература, наука, экономика, общественная деятельность. В номинации «Искусство» сразу три лауреата за успешный опыт сопоставления образов героя фронта и героя тыла в документальном кино, диалоге фильмов «Подвиг незримый» и «О моем отце» наградили Арипуса Банчиеву, журналиста и театроведа из Кабардино-Балкарии. За крупный вклад в развитие национального коневодства награждена Ассоциация поддержки и развития карачаевской породы лошадей «Карачай Хорс». За успешную реализацию в прошлом году проектов развития карачаевского театра, первого спектакля для глухих и первой школы театрального искусства для глухих награжден актер и режиссер Харча Мамчуев. Так, лауреатами медали в номинации «Литература» стали сразу два деятеля науки. За успешное освещение темы роли творческой личности отметили книгу «Рамазан Гиляев. В жизни и на сцене». Наградили журналиста и театроведа Сиат Саракуеву из КБР. А известного литератора и журналиста Шахризу Богатыреву наградили за успешное завершение цикла изданий художественных произведений, которые вносят огромный вклад в становление Карачаево-Балкарской школы литературного перевода. Пишу я на русском, перевожу на русский, и больше, чем с карачаевского, перевожу с испанского и со шведского. И я стараюсь, чтобы я карачаев там была, чтобы благодаря мне карачаевке мой народ был известен во всем мире. Поэтому мои книги идут по миру. В номинации «Наука» за успешное завершение цикла исследований по актуальным темам истории и этнографии награжден посмертно научный деятель и писатель Назир Будаев. За существенный вклад в научную популяризацию карачаево-балкарской лексикологии награждена исследователь и языковед Фатима Теркенова. Счастье, когда твой труд признается твоим народом, когда ты служишь своему народу, любишь свой народ и готов отдать жизнь за свой язык, за культуру, за его сохранение. И сегодня удостоенная мне медаль – это признание моих заслуг, моих работ, моих книг. Номинация «Общественная деятельность за образец приоритетов обеспечения региональной системы лечебной реабилитации детей» награждена меценат доктор экономических наук Тамара Капушева. Все лауреаты получили по праву заслуженные награды. Собравшиеся сошлись в едином мнении, что такие мероприятия важны и нужны для развития карачаево-балкарского языка и культуры. Альбина Курачинова-Кенжева, Расул Бердиев, «Вести», Карачаево, Черкесия.